Всем привет! Привет, привет! Я забрала Кирюшку со школы, и посмотрите, в чем она. Пошла сегодня утром в колготках. И они порвались. И они порвались, и сейчас она идет в пальто и с голыми ногами. Ну, просто я не знаю. Красота, красотулечка. Мне не холодно. Ну, это хорошо, что сегодня на улице не холодно. Я на физкультуре вообще была в штанах и в кофте, вот и черная, и все. Угу. Мне было жарко ужасно. А вы на улице сегодня занимались? Угу. Сегодня шел, немножко, а не дождь. Ясненько. Ну, я тебя, Кирюшка, поздравляю с пятницы. Сегодня пятница и выходные. Да. А на выходных мне надо выучить 32 английских слова. Это для школы. Ну, не страшно. Ты же вчера выучила 12 легко, поэтому 32 выучишь еще легче. Это я тебе на 100% говорю. Ну, не 32, а уже 20 с чем-то. Потому что я... 20, вот. Нет, потому что я 12 уже выучила. И ты еще половина с тех слов, которые нужно выучить, уже и знаешь. Угу. Поэтому вообще легкотня. Где котик? Где? На дереве. А, точно, на дереве сидит котик. Не буду. Я хочу на него посмотреть поближе. Кс-кс-кс-кс-кс. Киска. Кисочка. С котиком поздоровались. О, вот еще, смотри, их сколько, Кира. Вот один. Вот второй, смотри. Вон вот, там третий вот идет. Да, это котенок маленький. Он здесь, кстати, у нас живет. Вот у него там место. И их там кормят. И вот они сейчас пришли, думают, что им еды дадут. Постоянно наши собаки на этого кота гавкают. Я бы его забрала, он такой прикольный. Но он на ручки не идет, малыш. Он почему-то боится очень. Кирюш, ты хочешь его взять? Интересно, получится у Кирочки подойти к котику? У меня ни разу не получалось. Не, зайка, он не дается к рукам. Видишь, какой он? Ну такой маленький. Боже, какой он милый. Ко мне пойдет. К тебе пойдет. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс. Кира, аккуратненько, ты что? Кирюшку поцарапал котик. Так сильно поцарапал, что мы сейчас ручку промыли и завязали, чтобы там немножко зажило. Все-таки котенок поцарапал Кирочку, и это очень плохо, потому что я очень сильно переживаю, чтобы не было разных болячек кошачьих. Это печально будет. Мы быстро дома все промыли и мылом, и перекисью, и хлоргексидином. Короче, всем-всем-всем замотали руку, как вы видели. И Кирочка сейчас сидит, потому что ей очень-очень больно, говорит. Ну как, печет, конечно, это неприятно. Царапины кошачьи, они вообще неприятные. Сейчас покушаем. И, Кирюшка, ты с ней идешь на танцы? Сейчас спрошу. Сейчас узнаем, идет ли сегодня Кирочка на танцы. И будем праздновать пятницу. Сегодня же у нас пятница. Сегодня у нас день отдыха. Или не отдыха, Дудь? День не отдыха. Кирюшка не хочет сейчас показываться. Обед я уже приготовила. Борщик, чесночок и хлебушек. Кирюшенька! Кирюшенька пришла наконец-то. Заждалась я ее уже на борщик. Приятного аппетита, солнце. Спасибо. Всем, кто кушает, приятного аппетита. И у нас, как всегда, у каждого свой гаджет. Кирочка смотрит свой, а я смотрю свой. Какой-то новый сериал вышел на новом канале. Называется «Домик счастья». Посмотрим. Очень прикольно. Это что? Я хочу сегодня поесть без сметаны. Посмотрите, что делает. Опа!
Ну, борщ со сметаной самое вкусное. Немножко сметанки себе взяла. А, ну ладно, все хорошо. Приятного аппетита. Чеснока много, кстати, кушай. Это очень полезно. Будешь вонять, но зато не будешь болеть. Я чеснок люблю. Я тоже. Боже, Кирюшка, что ты тут устроила? Катастрофа какая-то. Кирочка делала домашнее задание. Армагеддон по квартире. Да, дочурка? Угу. А ты куда собираешься, солнце? На танцы. Идешь сегодня на танцы? Да, только я сегодня без купальника, потому что холодно в купальнике сейчас. А как ты будешь вот так заниматься? Да. Окей, договорились. Хорошо. Только я поднес еще один футболку, чтобы снять, потому что когда я бегал, просто жарко. Но в купальнике я не была. Я поняла. Сейчас буду пить чаечек. Красивый фон. Да, Кира мне делает красивый фон. Сейчас буду пить чай и лечить свое горлышко. Вот. Кирюшка, когда будем делать розыгрыш? Ну? Завтра. Завтра? Ребята, слышали? В общем, кто там игру хочет. С Кирюшкой будем розыгрыш делать завтра. Сегодня у нас просто не хватает времени. Потому что, ну, чтобы вы понимали, снять видео – это не одна секунда времени. А у нас просто времени сейчас нет. Вот Кира со школы пришла, покушала, сделала уроки, и все, и она снова убегает. Завтра мы с утра, с самого утра просыпаемся и снова убегаем на английский. Работы, ну, невероятно много, и практически мы вот так вот постоянно поджимаем это время, чтобы все успевать. Вот, так что простите, обязательно розыгрыш будет, обязательно все будет, мы про вас помним, и все, чем больше будет людей, тем будет интересней. Так что не переживайте, обязательно все сделаем. Боже, там Кирюшка уже что-то бьет. Кирочка, все нормально? У меня? Да. Да, ну, хорошо, договорились. Кстати, Кирочка, выпей, пожалуйста, сироп, одну столовую ложку. Все, я буду отдыхать. Мишка, ты балуешься? Мишанька. Это ты что, мне чаек сделала? Боже мой, зайка. Ничего себе, давай, спасибо. Поставь, потому что там же горячий. А ты сахарок положила? А сколько тебе надо? Три. Три? Да, сладкий. Ну три кубика. А он сахар в кубиках, он вот такой сладкий. Просто я вижу, сахара нету. Кирюшка за мной ухаживает, так приятно. Наконец-то я дожила до того времени, когда за мной ухаживает дочка. Но вы знаете, это уже не очень прикольно. А почему? Потому что, так как я считаю, если ты дожил до времени, когда за тобой ухаживает ребенок, значит, ты уже старый. Я не хочу стареть, Кирюш. Не, ну правда, не хочу стареть, но хочу, чтобы за мной ухаживали. Так приятно, особенно когда это делает любимая дочь. Что там Лиза сказала, чтобы ты уже к ней шла? Все, тогда беги. Кирюшка пока собирается, хочу показать. У нас есть несколько капсул, две Кирюшка оставила себе, у нас их 4. И есть неоригинальные куколки, вот такая вот неоригинальная куколка. Вот она. Мы ее положили в капсулу Лоскеры, так договорились. И вот такие вот две неоригинальных куколки есть еще тоже. Вот такая вот, даже наряд где-то от нее потерялся, непонятно где. И вот такая вот малышка. В общем, мы эти капсулы и эти лолки, потому что, ну что их держать-то дома? Они не нужны. Кирочка сейчас занесет на площадку или какой-то девочке подарит, или в песочницу положит. Я думаю, что дети будут счастливы получить такой подарок. В общем, мы как эти, как Деда Морозы. Книжки раздаем, игрушки отдаем, да, дочь? Аккуратно. Застегнуться обязательно, потому что на улице уже прохладно. Хорошо, застегнусь. Все, до встречи. До встречи. Кирюшка убежала, оставила мне тут куча мусора на коврике. Сейчас буду подметать этот мусор просто. Если не дождь, слякоть, если не осень, так теперь листья домой приносятся. Я просто вообще, я в шоке. Вечная уборка. Вечная уборка. Все сделала, пойду выпью чаечек, который мне Кирюшка приготовила. Какая у меня дочь умничка, спасибо ей огромное. Как хорошо, когда у тебя есть дети, которые тебя любят. Видите, какие куколки.
какая у нас есть красавица. Вообще у Кирюшки кукол на самом деле очень много. Если хотите, она может сделать обзор на всех своих кукол. У нее тут огромная коллекция. Мы собирали куколок очень много разных. Поэтому, кто хочет обзор на коллекцию Кирюшкиных кукол, пишите в комментариях. Мы с Кирюшкой обязательно снимем. Пойду сейчас выйду с собачками, встречу Кирюшку, она станция должна прийти. Опять у нас на лавочке кадры спят нехорошие. Как это уже надоело. Господи, пройти нормально нельзя. Собаки, как всегда, побежали к кошкам. Пошли Шанти и Мишоня искать Кирочку. А вон и Кирюшка, я ее вижу. Идет, как всегда, по телефону разговаривает. Ну, не ребенок, а просто телефон. Телефон. Доча, ты у меня ходячий телефон. Как на танцах, привет. Как на танцах? Все окей. Все окей? Что у тебя? Ты снимаешь же эту штуку, она уже не нужна. И застегнись, пожалуйста. К тебе уже 3 раза кто-то приходил, я не знаю кто. А какой голос был? Девочка какая-то вроде бы. Мама, ты на Веронику сказала мальчик, так что это может быть Ярик. Мы Ярик за зоной досяжности, его нигде нет. Я просто в шоке. Все, ладно, я сейчас разговариваю. Алло. Выгулила я собаку, видела я Кирочку. Она мне сказала пока-пока и пошла гулять с подружками. А я сейчас, наверное, постелю кровать и уже буду ждать ее к вечеру, чтобы ложиться спать. Я вяленая колбаса сегодня. Ничего не могу, ничего не хочу. И вообще я заболела. Жуська, вот и лишь бы тебя почухать. Тебе ближе бы чухалки. Больше тебе ничего не надо от этой жизни. Хороша собачья жизнь. Кушать, спать, да чухать. Кушать, спать, да чухать. Да, Мишенька? Ой, собачья жизнь прекрасна. Просто замечательная собачья жизнь. Почухать, поспать, поесть, погулять. Покакать. Больше ничего не надо от этой жизни собачьей. Да, говорят, собаки плохо живут, только не мои. Ой, Мишка, блин, твоя шерсть, уже вся я в твоей шерсти. Чухать, 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 чухать. Вот это вот целыми днями, только буду прилягу сразу же ко мне и давай просит, чтобы вот чухали. Вот так вот лапой. И вот видите как... Чухай меня. Чухай, хозяйка меня сказал. Это не собака, это что-то с чем-то. Требует, требует, насильно требует, чтобы его чухали. Ладно, давай буду тебя чухать. Чухалка. Сейчас уже Кирюшка домой придет. Я ей сказала уже топать потихоньку домой. Да, Мишка? Топать потихоньку домой. Потому что пора, уже поздно. И завтра надо ехать на занятия. Он как кошка у меня. Как кошка у меня. Видите как? Как кошка. Все, сейчас пойдет к Шанте ее кусать за то, что я с ним начала играться. Он сразу же бежит к Шанте и начинает ее кусать. Я не знаю, по какой причине, но только мы начинаем играться с Мишкой, он сразу же такой начинает дракониться и бежать к Шанте и ее кусать. А если Шанте хочет со мной поиграть, он начинает на нее кидаться, чтобы я ни в коем случае Шанте не играла. Или чтобы Шанте со мной не играла. В общем, у них такая серьезная борьба за первенство. Все, ладно, Мишка, говори всем. Всем говори. Пока-пока. Мы ждем Киру. Кирюшка домой пришла, как будто со стройки. Мама. Что, мама? У тебя обувь такая. Снимай бегом, я сейчас ее помою. У всех такая, смотри. Не надо руками, Кира. Это обычная пыль, мама. Успокойся. Да я спокойна вообще. Давай снимай свою чистую, обычную пыль. Я ее пойду помою. Давай свою. Ой, давай. Покажи ручку. Уже зажила? Очень больно. Где? Покажи. Вот и вот. Ручки, ага.
Если сейчас я вот так вижу что-то сделаю, то оно пойдет кровь. Не надо, пожалуйста, ничего делать. Раздевайся, мою руки и мне обувь. Давай я ее почищу. Пицца для Кирюшки приехала. Сейчас выйдет с ванны, обалдеет. Шанти, ты тоже пиццу хочешь? А тебе нельзя. Нет, нельзя. Нельзя тебе. Это не для тебя. Доча, тебя ждет сюрприз. Нямка моя любимая. Нямка твоя любимая. Приятного тебе аппетита. И на такой замечательной ноте мы вам всем скажем... Пока-пока! Пока-пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи.